Прокачиваем сегодня вторую чакру, сватхистану. Она находится ниже пупка на 4 пальца. Представляем себе, скажем, оранжево-желтый цвет, если хотите. А так вы должны представить себе, что это огонь. Мы используем, Эльдар, какие варганы? Цветок жизни с магнитами. На 36 Гц, нота Ре, в строе 432 у Эльдара. Тесла уже 70... без магнитов. 72, да, Гц? 72 Гц, подстроенный, в строе 432 также. Нужно дышать ртом. Делать нужно такие же упражнения, как и при прокачке Муладхары. То есть большой глубокий вдох ртом при сжатии ЛК мышцы. Далее задержка дыхания, мышцы продолжают сжиматься. И выдох плавный, уже разжатие, расслабление мышцы. И так по циклу. Но при этом уже мы будем использовать такие гласные, как И, Э. То есть получается, формируем И, да, вдох, потом задержка и выдох. И то же самое с буквой Э. Значит, буква И снимает негатив, усталость и заряжает бодростью энергии. Буква Э несет как бы тонизирующий эффект. Она больше расслабляет, но при этом не дает организму полностью расслабиться. Она как бы его держит в тонусе. Если сильно закружится голова при дыхании ртом, если будет дискомфортно, то нужно уже чередовать дыхание ртом и дыхание носом. Когда мы вдыхаем воздух, мы представляем себе как бы искорки, разлетающиеся из костра.